Всем привет! Это барбусы огненные, иногда вуалевые. Самочки, как и положено в аквариумном мире, окрашены чуть скромней и плавнички покороче. Мальчишки, особенно когда подрастают, выглядят достаточно эффектно. Если бы данная рыба указывала свой статус ВКонтакте, он бы назывался «в активном поиске еды». Рыба шустрая, все время думает, что бы где найти. Вот всегда думает, что ее сейчас будут кормить. Не такие агрессивные, как суматранские барбусы, поэтому можно содержать с большим количеством рыбок. Не уверена по поводу совместного проживания с гуппи, с длинными вуалевыми хвостами, но даже с агрессивными рыбками, с макроподами или с мелкими типа галактики уживаются отлично. Еще раз, с возрастом красота у рыбок нарастает. Плавнички становятся очень длинными. Рыб шустрый. Для любителей движухи в аквариуме.